Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Granny. Так, давайте пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Так, на второй этаж я сразу захожу. Так, проверяем. Так, а что у нас здесь? Пусто, да, обычно. Так, что он... вот это тут кухня получается, да? О, бабка идет с этим. С дедушкой. Нет, одна идет пока. Так, давайте здесь проверим. Так, здесь ничего нету. Так, она идет за мной. Ё-моё, давайте здесь проверим. Ничего нету здесь. Так, а это что-то у нас за шкаф? А, телек просто, да? Так, здесь нету ничего. Так, давайте сразу здесь откроем. Пусть будет открыто. Так, ванна. Если что, я ванну закрылся и спрятался. Чтоб меня никто не видел. Не, нормально. Так, вроде бабки здесь нету. Так, давайте сюда спустимся. Так. Здесь, по идее, пистолет должен лежать. Но что-то его нету. Обычно никогда здесь его нету. Так. Зайдем в дом. Так, тут темно, так ничего не видно. Так, сейчас посмотрим. Здесь тоже пусто. О, нет, бабка! Что она здесь делала? Прям на меня. Я прям на нее шел. Да. День второй. Прям на меня шла. Ай, так, ладно. Идем. Так, теперь я хромать стал. Из-за того, что бабка меня стукнула. Все, идем туда. На второй этаж. Короче, сюда надо на кухню идти. На кухне много чего интересного. Блин, она постоянно идет, короче. Опа! А, мне нужно еще эта пулька нужна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пульки-то не было у меня. Только пистолет нашел я. А нужна еще пулька. Эх. Получается, она со своей комнаты всегда выходит, да? Сейчас пойдем. За пистолетом сходим. Надо смотреть аккуратненько, чтобы она... Вот. Бабка идет. Блин, а у меня даже стрелять нечем. У меня нечем стрелять. У меня нету этой штучки, которая бы стреляла. Давайте спрячемся. А, да, я, короче, под кровать спрячу сейчас. Быстрее. Все. Нормально. Она сейчас уйдет. Зараза. Нашла меня. Может, на нее нельзя смотреть? Почему она меня вот так вот схватила? Возможно. О, господи, это какой день? Четвертый был? Давайте сюда вниз пойдем, посмотрим, что у нас здесь внизу есть. Кораблик. Мне нужно сюда ключ. Все, идем. Так, хорошо, что у бабки глаза светятся ночью. И мы ее можем увидеть. Так, а ну-ка, нету здесь, да, бабки этой? А где пистолет? Пистолет у меня в этом лежит, валяется, слушай. Возле кровати должен лежать. Вот он, пистолетик. Давайте его возьмем. Сейчас пойдем туда, поднимемся.
Вот она, бабка, смотри. Ладно, пусть она идет сюда. Мы сейчас это обойдем здесь. Комнату. Так, давай здесь посмотрим. Нету ничего, нету. Вот, бабка идет сюда. Хорошо, пусть идет сюда. Мы сейчас пойдем ее на кухню. Сейчас на кухню поднимемся. Ага, мясо. Так. Нету здесь ничего, да? Так, бабки еще нету. Так, дурлок. Бабка идет, короче, ё-моё. Надо куда-то бежать. Так, вот еще здесь какое-то место. Так, а это комната, где она здесь спит. Так, ключ. Опа. Мы сюда зашли. Надо нам найти, короче, пульку. Ё-моё, убегаем, убегаем, убегаем. Сюда залазим. Все. Вот она пришла, смотри. Гадина такая. Бабуля! Бабуля! Смотри, а я даже не вставал, а она меня щелкнула. Ё-моё. Так, последний день у меня. Да, что ты будешь делать? Последний день остается. Пятый последний день. Где же... О, слышу, слышу, слышу. Где-то она ходит. А ну, подожди, ее тут нету, да? Вот она идет. Так, ладно, убегаем. Сейчас мы сделаем ход конем. Пока она там бегает, а мы здесь сейчас сюда зайдем. Наверх. Так, в шкафчике посмотрим. Ничего нету, ничего нету. Смотри. Положила эту штуку. Так, где же может лежать пулька? Так, а это что такое? Так, а что я присел-то? Бабка, бабка идет. Так, а ну-ка, а где здесь? Куда здесь можно убежать? Вот здесь, кстати, можно здесь убежать. Вот идет уже ко мне. Так, давай ключ возьмем. Ух ты! Так, а это что такое? Тоже какой-то ключ. Так, а здесь пусто все. Так, давайте дверь эту закроем. Так, здесь тоже пусто. Так, бросаем туда. Пусть там лежит. Тоже какой-то ключ. Тоже бросаем туда. Так, здесь пусто. Да, пусто все. О, вот бабка. Идет. Прыгаем. Давай вот этот ключ возьмем. Я не знаю, от чего этот ключ. А, может быть. Да. Вот от чего был ключик. Так, это выбрасываем, это берем. Все. Теперь мы можем бабку убить. Где ты, бабка? Она где-то наверху должна быть. Ладно. Интересно, она сдохнет, если я убью? Где она? Бабуля? Грэндма? Грэндма? Где ты, бабушка? Так, тут ничего нету. Бабулька? Бабушка?
Бабушка. Так, надо аккуратно ходить, чтобы она меня... Во, вот идет, идет. На тебе. Так, у меня есть 2 минуты и 30 секунд. Все, мы ее убили, наверное. Блин, а что она не сдохла? Она еще живая. О, амуниция. Так, смотрим, что у нас здесь есть. А у нас здесь ничего нету. Радио. Ой, которое нам не нужно. Так, это что такое? Давай возьмем вот эту штуку. Так, то же самое мы ее бросим сейчас. Вот сюда. Да, ё-моё, бросайся. Да ты чё не бросаешься? Может, она туда не залазит? В дырочку-то эту. Давай так сделаем. Нет, мы сейчас вместе с этой дырочкой, с этой штукой сюда прыгнем. Так, всё. Тащим вот эту... Вот это барахло. Я не знаю, что это такое вообще. Так, бабки нету. Куда бабка исчезла? Блин, бабка исчезла туда. Это очень плохо. Это очень плохо. Что-то я взял, не знаю, что. Нифига. Я не знаю, что это за коробка такая. Дурлок называется. Так, идем дальше. Так, а... Подожди, а куда я ружье свое дел? Давайте найдем ружье сначала. Наверх сейчас поднимемся. Вот оно, ружье мое. Ружьишечка. Мясо. А, ломик, ломик. А я не помню, для чего нужен был ломик. Так, я буду бабку ждать. Буду ждать бабку. Чтобы ее еще раз щелкнуть. Так, здесь закрыто. Здесь ничего нету. Так, а это что такое у нас? Что это за место? А, вот здесь мне нужен ломик это, да? А где этот ломик был у нас? Не помню. Где-то был ломик. Да. Я хочу найти бабку, еще раз ее оглушить. Плохо, что она не умирает. От этого. Угу. Так, так, так. Где бы ты, бабулька, бегаешь? Где эта бабулька? Почему ее нигде нету? Я хочу ее еще раз оглушить. Так, а здесь тоже надо как-то это будет открыть дело. Так, я закрою дверь на всякий случай. Так, это все пусто здесь. Тихо. Что это было? Что-то упало. А, вот бабка, на тебе. Все. Так, бросаем ружье сюда. Так, лом берем. Лом на кухне. Идем на кухню. Так, где кухня? Так, а кухня? Вот лестница здесь. Так, ломик где-то. Вот он, ломик. Берем ломик, спускаемся вниз. Так, внизу же там было, да? Я не помню. Комната. Нет, наверху, наверное, слушай, была комната эта. Так, здесь этот не получится. А здесь мы отломали. Так, вот здесь, кажется, этот дверь. Нет, наверху, короче, понял я все. Наверх надо идти. Так, ружьишко мое вот здесь лежит, все хорошо. Да, зачем я вниз пошел? Вот все, берем ломик. И где-то здесь комната была.
Вот, вот эта вот комната. Так, это газолин. Это, получается, топливо. Так, это что такое, не знаю. Это топливо, получается. Нам нужно для этого самого... Господи, скажи мне. Для лодки. Сейчас мы ее заправим. Так. I need plug. Spark. Так, не понял. Что тебе нужно? Так, это не то все. Так, бабка-то, наверное, очухалась. Надо будет этот ружьишко взять наше. Вот я не знаю, успею добежать до ружья или нет. Все. Так, где-то тут еще патроны лежали. Вот так, отлично. Сейчас мы бабку еще раз пристрелим. Так, а тут ключ. Ключ тоже нужен для чего-то. А, что вот эту штуку уничтожить. Где ты там, маленькая штучка? Так, давай тогда пока бросим. Пока он нам не нужен. Так, а где? Не понял. Ключ этот был. В душе. Берем ключ. Так, идем сюда, спускаемся. Сейчас мы открутим. Так, все. Ключ этот не нужен нам. Так, этот сразу берем. Бабка, бабка, нет. Бабка прибежала. Убила. Гадина. Да, вот у нее и дедок пришел. Вот это вот они задумали. Нехорошие. Все, гейм овер. Да, близко, близко мы были сегодня к победе.